Нового редактора Владимир Пригода охарактеризовал как человека удивительной динамики и креатива. Он редактировал газету Каневского района, сотрудничал с Кубанскими новостями, возглавлял издание «Щербиновский курьер». Она по городу стратегически, для нас важно, чтобы в ближайшие максимум год результат уже был, результат тот, который устроит и край, устроит шефа губернатора, тот, который нужен нам, да, и по большому счету обеспечит усиление команды мэра, команды Юрия Петровича, да, в Анапе по части СМИ, по части внутренней политики. Это крайне важно для общего успеха города, повышения качества жизни, бюджета и так далее, и так далее. Верю в его профессионализм, знаю о том, что он поднимет нам газету, поднимет имидж Анапы еще выше, поэтому я хочу пожелать вам удачи в надежде на то, что у нас все получится. Среди приоритетов нового редактора – повышать оперативность, перейти в полноцвет, наполнить издание новым интересным содержанием. Ну, я перед собой ставлю три основные задачи сейчас. Это увеличение тиража, улучшение финансового состояния предприятия, ну и развитие мультимедийности. То есть выход в интернет, работа в социальных сетях, все, что связано с развитием на современном этапе.